эксцентриссимо. Вертолет – самый люксовый транспорт теперь в Кирове и в Татарстане. Такой недоступный, но такой обсуждаемый. И Москва даже не упустила случая поговорить о том, как патриарх тут летал на винтокрылом. Хотя столица давно уже с этим транспортом знакома. Моде на вертолеты у российских бизнесменов 10 лет. Их стали покупать, когда Бентли перестали впечатлять коллег, и в очереди за украшениями от Cartier стали попадаться соседи. Строительные короли покупали вертолеты за $500 000, чтобы летать между строительными площадками и внушать благоговение всем подчиненным. Финансовые воротилы курсировали из офиса в офис над всеми пробками. Теперь моду на вертолеты ждет новый виток. Бросились же все богатеи скупать дорогие часы после того, как у патриарха любопытные рассмотрели на руке хронометр от Брюгге. У нового героя современности Алишера Усманова на его яхте вертолет уже есть. Может быть, он и Боинг свой продаст, раз самолет теперь превратится в нетрендовый транспорт. Эксцентриссимо.